Конституции Республики Узбекистан. Раздел 1. Основные принципы. Глава 4. Внешняя политика. Республика Узбекистан является полноправным субъектом международных отношений. Ее внешняя политика исходит из принципов суверенного равенства государств, неприменения силы или угрозы силы, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и иных общепризнанных принципов и норм международного права. Республика может заключать союзы, входить в содружество и другие межгосударственные образования, а также выходить из них, исходя из высших интересов государства, народа, его благосостояния и безопасности. Статья 17 Конституции Республики Узбекистан.